чудо вспомнила мне пример, как распознает пастырь, мед ли стадия волка. Как пастырь узнает, мед ли стадия волка? How the pastor can identify if there is a wolf or if there is no wolf? Когда там тысячи овец, when he sees the thousands of sheep. Он просто проходит и слегка стучит своей палкой по хребту каждой овцы. He just takes his rod and he hits a little bit each sheep on the back. Как думаете, что делает волк? What would you say? What would you say? The wolf is silent. The wolf will roar. Точно так же и дети Божьи. The same way the children of God. Вот, если мы овцы Божьи, ничто нас не вышибет из седла, ничто нас не заденет, ничто не нарушит наш покой, наше упование. Пусть нас кто-то щипает, пусть нас кто-то бьет, кто-то обижает, пусть нас поносит. Когда мы в Боге, когда мы осознаем, у нас есть и его качества, и благодарность, и смирение, и мудрость, и любовь, и мы сможем ответить все сделаем. Хорошо, дорогие, у кого еще поделиться?